Всем привет, ребятушки, все костра, и нажусаю заряжками. Ааа, дома сидяка, у меня там песня. To many side, 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 to many side. Скачал себе новый трек, там песня. Мало того, что половина слов я не понял, самое главное, знаете, он говорит, ты side, to many side, а потом я уже не понимаю, понимаете, там какой-то бразильский с английским, что-то, я само, ну, понятно, я-то знаю 20 языков мира, это да, но разобрать как-никак сложно. To many side, to many side, ну самое главное чего? Самое главное это суть, понимаете? Суть я ни хрена не понял. Но, блин, капец, если трек заряжен, вы понимаете? Блин, вы представляете, просто чисто выйти на каток с этим треком? Do many side, to many, many side. Блин, ну вообще, мы будем с вами гонять, мы будем прогрессировать. Вы понимаете, музыка это ваша энергетика, вы понимаете? Бывает такое, вы слушаешь и просто чисто хочется в себя уйти. А бывает такой трек, песня, тупо рэн-дэн-дэ-сайн. Поэтому не слушайте пип-полнейше, слушайте реально охреневающих музыкантов, вы понимаете? Вы должны от музыки тащиться. Ну как бы, собственно, как и от всей жизни, понимаете? Если жизнь одна, так надо от нее тащиться. Если жизнь не две, то надо постепенно смотреть. Ну жизнь всего одна, то нахрен смотреть. Do man decide, do man... Чувствую свое охреневающее сердце. Понимаешь, прет, дай потапок два раза. Понимаешь, не твое, не надо этим заниматься. Do man decide, do man decide. Ладно, хватит орать. Здесь один бро мне задал реально охреневающий вопрос. Что такое мотивация? Бро, мотивация это всего лишь охреневающее слово. Больше ничего. Вся твоя мотивация, настроение, охреневающая энергетика сидит в твоем зеркале. И знаешь, на самом деле, можно на себя смотреть по-разному. Если ты в себя не влюбишься, ни хрена в этой жизни ты не добьешься. Если, соответственно, смотришь в свое зеркало и понимаешь, какая-то я ошибка природы непонятная. Что-то все не то. Капец, ни хрена, говорю, не добьешься. А если ты стоишь и говоришь, блин, а я чертовски хороший, мадафака, с ума сойти. Просто реально ядерный. То понятное дело, что и люди будут в тебя влюбляться. Ты понимаешь, как ты относишься к себе, если ты себя уважаешь, да хрена любишь. То, соответственно, и люди также к тебе будут относиться. А если ты самого себя не любишь, то хрень, то вообще ничего в жизни не добьешься. Ты понимаешь? Ты должен реально тащиться от самого себя. Это первое правило охреневающей жизни. Если ты это поймешь, блин, капец. You man decide to minimize it. У тебя все реально попрет. Если ты себя не любишь, то вопросов зира. Я сабзира. Сворачиваемся, мы уходим. Люда, мы уходим, говорю. Вещи возьми. Люда, вещи возьми. Ты понимаешь? На самом-то деле... Я когда изначально создавал аккаунт, смотри, да, до создания аккаунта, что я существую на планете Земля, знал только я и мой дед, вы понимаете, тупо два человека. Если бы я однажды тупо не рискнул, то, понятное дело, сейчас бы никто бы меня бы никогда бы не знал, не узнал, никто бы не подходил, чики-чики, оматей, ты на манасе, фотографироваться. Брать автографы, да, понимаете? To man decide. И просто чисто со мной пообщаться. Вы понимаете? Это реально дорогого стоит. И когда мне бедолаги говорят, чего ты добился в этой жизни? В этой жизни я добился многого. Ну чего добился? Не знаю чего. Ничего не добился, но зато сам. Вы понимаете? Блин, капец, охренеть. To man decide. От этого и мотивация, от этого настроения. От этого реально все зависит. Блин, капец. И реально, если так разобраться, жизнь реально охреневающая штука. Вот как ни крути. И просто чисто, когда я создал аккаунт, я поначалу и думать не мог, что вообще что-то произойдет, что будут какие-то просмотры. Я думал, что я просто чисто пряня, и я не одаренный. Я думал, что ну хрень полная, ну что я могу записывать, Серёга? Я ничего не знаю, в этой же... что я могу записать? И вы понимаете... Сейчас я стал записывать. Значит, получается, чего-то в этой жизни знаю. Значит, как-то шарю. Вы понимаете? Do man sign, do man sign. Поэтому найди свою стихию в этой жизни. Найди свою стихию охреневающую. Ты поймешь реально. Ты будешь прогрессировать. Ты будешь реально жить, не тупо существовать. И ты, соответственно, найдешь ту самую охреневающую ячейку, в
которую нужно, как говорится, вложить еще немножко опыта, еще немножко поработать, и там песня, понимаешь? Скоро о тебе узнает абсолютно весь мир. Просто нужно немножечко подождать, а мы ждать умеем. Do me inside, do me in my life, хватит орать, я побежал, мне некогда.